Поездка на самодельном сноуборде едва не закончилась в больнице. Мужчина смастерил доску для катания на заснеженной дороге и привязал ее к квадроциклу. Друзья сняли рискованное развлечение на камеру. Вот эти кадры. Квадроцикл набирает скорость вместе с привязанной ледянкой, на которой стоит человек. Видно, он и без того едва может удержать равновесие. В какой-то момент самодельная доска налетает на снежный бугор, и парень едва не влетает в дерево. Только чудом он не пострадал.